Hey, you guys, с вами Шмаки, мы продолжаем брать игру под названием Bloodstained. Короче, я пришел сюда. Мы в этой еще комнате не были, потому что я до сюда не дошел, что ли. А, там у нас рыцарь. А. Это, знаете, сесть и получить в сорокотан. Не знаю прикола этой комнаты. Ну, давайте вниз. Нам, короче, нужно вот этот будет чемоданчик. Сейчас. Немножечко это. Тащить. Какой прикол этой комнаты? Типа то, что меня могли снизу херячить. Не то немного. Ой, вы знаете, как это сейчас будет сложно? А хотя нет. Хотя нет. Хотя нет. Здравствуй, кристалл. Что ты мне дашь? Спутник Серебряный Рыцарь. А теперь вопрос. У нас сразу не такой? Тот же самый. И я это делаю ради него. Классно. Окей, давайте тогда наверх нам. Только наверх. У нас вариантов больше таких никаких. Питомец хорошо работает. Моя героиня плохо прыгает. Зачем здесь ящик? Как я вообще ящики тогда передвигал? Помнит мне кто-либо. Нужно подготовиться, потому что там будет пиздец. А у нас уже хп нету. Она сейчас будет пиздец того здесь встречать. А, там еще есть ящики, которые атакуют. Вообще кайф. Мне кажется, мне легче было бы просто пробежать. Может, мне нанесло урон просто когда оно это? Сохранялка? Снова мимик? Нет. Золотые. Большая куча полезных золотых. О. Шапочка демолога. Снаряжение. Так, шляпа некроманта Востока. Хорошая защита. Минус сразу, не знаю что. Интеллект сильно еще повышает. Но минус сила. Нет. Сори, нет. Ну только наверх, да? Нужен клич чего? Селеста. Архивы.
Наконец-то я все понял. Мой первый гомункул был так. Недавно умершим ребенком, чем младше объектом и чем вскоре после его смерти я начинаю, тем быстрее кристаллы распространяются по телу. Пока я работаю только с трупами, но если взять живого ребенка, о да, это наконец-то убедит гильдию, что я полезен. Гильдия стала меня, так, для меня детей, и мне все равно, как и так. Велела пересадить кристалл, мой старый друг решительно выступил против этого по этическим соображениям. Но я всего лишь хочу завершить эксперимент. Так, пополнить казну гильдии и окончить мой исторический труд. Эксперимент начинается. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте сразу сюда схожу вниз. Давайте. Прыгну вниз. А, тут тоже есть проход. Окей. Чё тут-то? Чё тут-то? А, вспомнил точно. А, так, осколки. Так, рецептики. Ага, я тебя понял. Так, а смысл? Я могу просто... Ой, не то. Я могу просто так взять и все. А чё по фрезам? И все. Типа, зачем мне тащить стол хер знает куда, откуда? Ладно, так залезу. Здорово. Еще нового. Еще один серебряный рыцарь. Зачем столько серебряных рыцарей? Куда я вообще иду? Да-да. Чё у нас там, демоническая колесница? Да-да-да-да. Ассасин. Лягушка. Трибуэр. Трехколесная колесница создана в уходе экспериментов демонов. Окей. Чё ты охранял? И что мы охраняли? Прикол. Окей, допустим, пойду ниже. Да все ясно.
Теперь все понятно. Куда я иду? Окей, архивы, демоны. Трибуэры. Секирщик. Здоровенный рыцарь в доспехах, машущий усиленным волшебным топором. Так, еще демон. Титания. Похоже на Суфея с жутким ядом в жале. Походу сокращение пути. Новый уровень. Так, а что у нас по низу было? Типа я понял, что я здесь могу пройти. А сундук что не мог достать? А. Потому что я его не доставал. А вниз... вниз мне, в принципе, не нужно. А наверх? А наверх я могу, в принципе, попасть. Ага. Хорошо. Добро. Готово. По-быстрому наверх мне не попасть, да? Нет! Сказал я и убежал. Но мне, в принципе, в ту комнату, поэтому мне все равно. Все равно мне в ту комнату. Мне все равно. Что-то мы очень высоко поднимаемся на самом деле. Так, что мне интересно? А мне интересно карта. Да, что-то мы выше и выше. Чувствую, скоро мы дойдем до еще какого-то босса. Проклятущего, как обычно. Тупой кристалл. Секретных здесь потолков нету, как тот, который мы нашли недавно. А-а-а. Давай, поехали. Ведьма, по идее. Почти. Почти. Я понял. Изи. Снаряжение. Не, стой. Архивы. Чисто я даже обычную атаку не нанес ему никакой. Так, стражник бездны. Черный как смол, дракон, несущий смерть всем, кто выступит против него. Это босс? Походу нет.
лучше, мне кажется, вернуться обратно, да? Чего, вернемся, я отхилюсь, сохранюсь. Ну, блин, ну, на самом деле... Да, все-таки эта штуковина еретика мощная штука. Типа, она просто его ваншотнула за весь заряд. Бесполезный дракон. Изи босс. Да уж. Теперь вы знаете, что значит имба. Это и есть имба. Блин, я на самом деле думал, что мне дадут что-то типа полета, потому что я все равно не могу в какие-то очень высокие такие места залетать. Попадать, заходить. Не знаю. Мы типа ходим с локации на локацию. Смотрите, она уже как выглядит. А чё? А что там за участок стоять? Вот это что за участок? А, это поезд. Точно. Зал уничтожением. Хорош, парень. Пройти не можешь, поэтому и сдох. Так, логично это пойти сюда. Для меня логично пойти наверх. О, стенка. Максимум ом. Ом, это отлично. 4 удара, она труп. Пойдем поверху. Вниз, еще далее. Скорее всего, нужно вниз было идти. Изи. Блин, мне еще нужно одного такого грохнуть. Наверное, там либо телепорт будет, либо что-то наподобие такого. А куда топор полетит? А, он просто прямо полетел. Так, все, это мы задание выполнили. О! Плюс сопротивление яду. Усиление раз. Повышение раз. Может, раз это сопротивление этим? Всяким негативом? Как вариант. Слышу конницу. Тупой меч. О, зато дал фрагмент меча. Чё это за колонны, которые у нас висят в воздухе? Здравствуйте. Извините, сэр, но у нас что-то пошло не так с колоннами. Легко, легкое. Стена. Сундук. Шерсть. Шерсть. Ферштайн. Ферштейн. Он достанет меня? Нет. Я был прав в своей теории. Кристалл растет в теле детей даже быстрее, чем я ожидал. Но мои начальники принесли дурную весть. Детей для меня больше не будет. Это серьезный удар. С нынешними материалами можно понадобится больше детей. Так, больше 10 лет, чтобы накопить нужное количество кристаллов. Мой старый друг стал проводить время с детьми. Не могу понять, почему. Он знает, что их ждет, когда кристалл достаточно прорастет. Но это его сердце будет разбито, не мое. Он упомянул о новых исследованиях, о манипуляции кинетической энергии. Попытаюсь замедлить рост кристалла. Не может так. Не может же он быть таким глупцом. Давайте сюда. О, сейф. Ну, в принципе, если смотреть, что мы сколько прошли, почти дэмэджа не получили.
Неужто я сейчас дойду до второго босса? Я буду рад. Либо я уже скоро закончу игру, на самом деле. Это второй варик, на самом деле. Чё я получаю? Метание меча? Ну, топором. Метательный топор, да, бросайте крутящий топор. Ну, это самый такой обычный. Шерсть, ну, как обычно. А, точно. Ха. Ха-ха. Вау. Так, а зеленый это на что? Питомец? Спутник. Вестник крови. Позволит мне так на подвести крови. Прикольный питомец. Прикольный. Забываем. Забываюсь. Что-то новое. Архивы. Демоны. Архидемон. Демон-аристократ. Так. Блестяще владеет магией. Понятненько. Да, он довольно прочненький такой. Ты брать его как врага. Секрет? Секрет. Максимум ХП? Емкость. А можно ХП? Мне нужно больше ХП. Что-то здесь пустовато немного. Что-то здесь пустовато. О! Ленточка. Ага, наверх еще можно. Но здесь на самом деле мне... Давайте лучше налево. Блин, ну там... Такие же двери, это же у нас переход в next локацию, да? Пойди, да, это переход между локациями. Колокольня. О. Да, лучше мне кажется... Блин, знаете, если... У меня есть догадка, то, что в этой локации, да, Сколково, будет босс, управляющий кровью. Помните фильм... Конечно, все его помнят. И кто смотрел, конечно. Человек-паук 3. И там, получается, Веном. Он же управлял этим симбиотом. А из-за сильных звуков, типа, симбиот такой отбрасывал. Типа эта лестница. А можно наверх запрыгнуть? Спасибо. Да ёлки-палки. Ты чего? Я сундук заберу. Я сундук заберу. Шерсть. Бархольный сундук. Мы можем, в принципе, или лучше сразу в это пойти. А, давайте сначала влево. Хорош. А, тут тупик как раз. И отцов на нету. Так, пойди где-то должно... Что это значит?
понимать. Я типа за то, что я ж там был или нет. Вот где указатель, вот что это за место. Почему это... А, там же колокол, точно, я тупой, сори, я тупой, сори. Я не хочу проверять его на это. Так, изящное снаряжение. Скорее всего, здесь пол ломается, там где сохранение, потому что... Хотя, пустой ячейкой может и быть. О! О! Здрасте. Очки визор. О, ленточка. Аксессуары для волос, напоминающие крылья бабочки. Минус 2 атаки, но зато у нас плюс к бафам хорошие статы. Нет. Жилет ассасина. А чё я... Блядь, я ж забыл. Ладно. Волшебные очки позволяешь... Показывающие здоровье врага. А ну-ка. А ну-ка. А, я понял. Типа... Знаете, с помощью этих очков чисто можно высчитывать, сколько я наношу дэмэдж. Ну, сколько вообще хп у противников. Это поможет людям, которые создают вики, статьи на... в интернете. Типа, берете сапоги. Один раз бьете врага. Ну или плюс-минус, сколько у вас оружия наносит. Ключ. Кого? Миллионера. Ключи, которых у меня нету. Случилось кое-что странное. Один из детей какого-то достал красный осколок и вернул в наш мир демона, который я призвал много лет назад. Мы сумели оторвать осколок от мальчика и исправить. Так. Справились с хаосом. Но это доказывает мою правоту. Кристалл, связанный с силой осколков. Отныне я стал... Так. Я стану звать оскольчиками. Инцидент с Так. Ля-ля-ля. Осколком ясно показал, что нашим... Так, нам нужно учить детей дисциплине. Гильдия вела для них и боевые тренировки, выставляя против демонов, которых мы призывали. Так, мальчик по имени Джибель. Показал огромные возможности, но его кристалл растет медленнее других. Почему? Давай сначала сюда, потом наверх. О! Походу босс, ребят. Кажись, будет сейчас босс. И типа... Кто это так? Кто пудов это так? Хотя нет. Давай сначала влево. С кубочки права. Вот показалось, что это не взорванная мина. Так, кажется, здесь я должен научиться летать где-то. Ворота с боссом. Что у нас с другой стороны? Типа это все обязательные боссы? Давай осколок подождем. Хорошо. Типа я их убиваю, потому что это плюс... босс. А
что за трон такой? Мне интересно, на картинах типа изображены авторы? Бля, я не знаю, где здесь, по идее, должен быть телепорт на локацию с секретным боссом еще одним. Помните, я вам показал босса в поезде? Так вот, есть еще два, по идее, секретных босса. Один, где я не знаю найти. И второго тоже, как бы, я не знаю, где найти. Соврал, есть еще один босс с экрана. Всего их 4. Но мне, походу, нужно вот эти ключи найти. Которых у меня, конечно же, нет. У меня, конечно же, так сказать, нету. А, давайте босса оставим на следующей серии, поэтому... всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.